совместить спорт, велопрогулку и интересное времяпровождение с легкостью можно, став участником квеста, который пройдет 23 мая. Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, проводит православный молодежный клуб «Аделфос» Новокузнецка. Программа велопрогулки начнется с общей литургии – часовня в честь великомученика Георгия Победоносца. Далее на старте участники разделятся на команды и получат маршрутные листы. На каждом этапе команда должна выполнить ряд заданий, посвященных истории славянской письменности. Маршрут будет проходить через православные храмы Центрального района Новокузнецка. Для участия в квесте необходимо до 21 мая направить заявку в личном сообщении координатору мероприятия Карине Васильковой. Адрес часовни. Город Новокузнецк, улица Тольятти, 25А.